Покажи мне все.
Больше паруса! Убавить парус! Поднять парус! Есть у кого история? Вот один случай из моей юности. В нем не будет никакого урока или намека. Мой отец часто брал меня на охоту в леса к востоку от Авальснеса. И я любил, когда мы бродили там вдвоем. Я ни разу не убил зверя сам. И отец видел, что меня это огорчает. Я был всего лишь мальчик, а мечтал быть мужчиной. И вот как-то зимой отец поручил мне провести обряд богини Скади, чтобы она подарила ему меткость и зоркость в снегах. Преисполнись радости, я поймал зайца и принес в жертву богине, прося взамен меткость стрелка и зоркость в снежных полях. Когда я все исполнил, мы с отцом отправились в лес. Мы охотились весь день до темноты, но не добыли ничего. Ночью у костра я был мрачен. Богиня не приняла мою жертву. Но, видя мое уныние, отец лишь улыбался. «Охоться ты сам, — сказал он, — убил бы 6 оленей, ибо Скади слышит лишь тех, кто говорит с ней». Нужна песня? Есть среди нас скальды? Я уже рассказывал о 6 христианских миссионерах, которые начали поклоняться Тору благодаря мне. Ты показал им, как сделать из креста молот, просто развернув его, и они пришли в восторг. Ты об этом? Да. Об этом. Убрать парус! Ледяная! Кровь стынет! Нашу щедрую землю. Не думал встретить кого-то на этом острове. Почему же? Это Англия. Здесь обитают саксы и даны. Наши воды открыты торговцам. Англия? Вот так неожиданность. Многие тут сперва теряются. Но не бойся, я тебе все покажу. Я этот остров знаю лучше, чем своего сына. Что случилось? Мой сын засел с пиктами к северу от вала. Кто знает, что они там готовят? Или каких шпионов ко мне подсылают? Ты обещал мне все здесь показать. А, ну да, конечно. Следуй за мной. Это город Лундон.
Его в древности построили римляне. Не было у нас с тех пор строителей искуснее. Что ж, они сделали все, что могли. Белые скалы Дувра. Дом множества птиц. Вот Йорвик, торговый город дамов. Между нами, у короля Альфреда на Йорвик планы. Ясно. Это вал Адриана. Он защищает всех нас от диких пиктов. И правда навалено. И, наконец, славный Винчестер, сердце Уэссекса. Где... А где король Альфред? Бесчестные пикты! Они похитили короля! Нам нужно спешить на север! Где ты, мой король? Наверняка где-то рядом. Мой король, я спешу на выручку, я спешу! Не молчи! Это еще кто? Почему ты роешься в моем добре? Яйца Тора, нет. Зачем ты ему помог? Опять он за свое. Изменник! Король молчит! Ты отрезал ему язык! Какой еще язык? Который ты отрезал! Ты, видно, его сын? Не потакай ему. На старости лет он сделался как дитя. Я думал, здесь ему станет лучше, но вышло наоборот. Я и говорил с ним, и подыгрывал, но он слышит только то, что хочет услышать. Лишь то, что хочет услышать, м? У меня есть одна мысль, если ты позволишь. Старик, твой король многое перенес.
Но я слышу его тихий шепот. Он хвалит тебя. Он благодарит... Хьюсинга. Он благодарит Хьюсинга за верность короне. Что еще ты слышишь? Пикты так тебя испугались, что клянутся присягнуть королю, если ты их пощадишь. Что, правда? Они будут каждый день платить дань припасами и товарами, если вы откроете им границы. О, прекрасные известия! Спасибо. Предоставь короля моим заботам. Его бредни все это не прекратит. Зато ты будешь знать, что он сыт. А там, может, и голова его прояснится. Прости мою грубость. Я знал, что будет непросто, но иногда ноша кажется мне слишком тяжелой. Ты поступаешь смело и по чести, и боги это знают. Удачи. Вижу, Англия едина. Пикты и верные подданные. Король доволен. Все мирно. Пока. Парус! Покажи мне.
Ну? Давай же. Попробуй ты. Эйвор. Идем. Встань здесь и смотри на фьорды. Давай, держись за меня. Я первый раз так высоко. Твой отец привел меня сюда, когда нам было лишь 19 зим. И мы вместе складывали каирны. Вот эти? Да. Прояви свою смекалку. Сложи из камней широкий и высокий каирн любой формы. А как выиграть? Играй, и наградой будет успокоение. Наслаждайся ветром и красотой. Как там в небе? Thank you.
замерзну. Больше паруса! Парус поменьше! Thank you.
меняется, словно само... В Альрикстаде все предаются любовным утехам так громко? Нет, просто мой муж... не может доставить жене радость! А, он стар? Нет, он еще молод. Раньше все было иначе. Во время набегов мы были неразлучны. Вы любились во время боя? Первый раз у нас был в горящей деревне. Потом нас заставили прекратить. Мол, это отвлекает. Любовь жарче, когда смерть близко. Вы пробовали вспоминать те времена? Да, но говорить об этом мало. Нужны ощущения, запах. Значит, на ложе вам нужно почувствовать пыл набега. Ты поможешь нам изобразить набег. И пыл увлажнит мое лоно. Идем, скорее скажем мужу. Я только... Что ж, ладно. Бери оружие, могучий викинг. Идем в набег! В набег? Сейчас? На... Это занятно, но не возбуждает. Да, не похоже на набег. Может, вам нужен огонь, как в первый раз? Да! Сожги наш дом! Сожги его дотла! К нам. Пусть страсть поглотит тебя. Может, в другой раз. Но от добычи не откажусь. Thank you.
Накину-ка я капюшон. Прошу, не стесняйся. Все это делают у нас? Я найду этому применение. Тебе точно больше ничего? Мне уже пора. До встречи. Здравствуй. Прошу, осмотрись. Все из лучших ингредиентов. Самые низкие цены. Полностью одобряю твой выбор. Может, подобрать тебе что-то еще? Мне... Прошу, не стесняйся. Все это делают у нас. Чудно. Я точно показал тебе все товары. Мне пора. Здравствуй. Прошу, осмотрись. Все из лучших ингредиентов. Может, подобрать тебе что-то... Что видишь, Сюнин? Thank you.
твой рот смердит. Но мы сильны, трус. Да, сильны, как вонь. Ближе, тюлень, зад. И повтори. Да, вы сильны, как вонь. Другой силы у вас нет, только вонь. Я съем твои зубы, завернув их в твой язык. Да,